Павлодаре прошел областной чемпионат по боче. Среди участников опытные спортсмены, уже окрепшие в бою за титулы, и новички, стремящиеся пробиться в ряды чемпионов. За ходом состязаний внимательно следила наша съемочная группа. Схватка между спортсменами завязалась серьезная. На кону право выступить от Павлодарской области на чемпионате Казахстана по боче. Сегодня у нас присутствует 15 спортсменов, представители города Павлодара и города Аксу. Наши спортсмены являются победителями и призерами республиканских соревнований. Также есть спортсмены, которые выезжают на международные соревнования. Участие в состязаниях принимают все желающие. Самому младшему участнику 9 лет, а самому старшему 35. 14-летняя Ульяна – начинающий игрок. Занимается боча около года. При этом довольно успешно выступала на чемпионате области. Пришла на пробную тренировку, мне понравилось. С этой игры я вышла со счетом 6-1 в пользу меня. Более опытный игрок Александр готовится защищать спортивную честь Казахстана на международных соревнованиях. Уже занимаюсь 2 года ровно. Был на чемпионате и кубке республики, на чемпионате занял 2-е место, на кубке занял 1-е место и стал лучшим игроком данного турнира. Соперник у меня хороший, то есть с ним можно сыграть хорошо, и я это докажу сегодня. По итогам состязаний чемпионами стали спортсмены из Аксу Нурбек Курмангалиев и Нуржан Майкенов, а также павлодарцы Карим Салимов, Александр Курмантаев, Алина Сафронова и Ульяна Кудинова. Анастасия Ерш, Медет Карим, Ертыс Акпарат.